Друзья, привет! Вы на канале Энциклопедия Игр. Продолжаем игру One Level. Куда тебя несет 11 уровень? Ну и куда нас несет? Видишь, он медленно идет. Ой! Ой, смотри, он сам бежит. Куда? Капец! Куда нас несет? Куда его несет-то? 12 уровень, Мираж. Что такое Мираж? Мираж? Это что-то, кажется, показалось, да? Померещилось нам. И чё? Там померещилось. Может там... О, вот, смотрите. И там померещилось. Померещилось. Ой, дом вверх дном. Дом вверх дном. Ой, как сложно-то. А я его проходил в каком-то уровне. А, это как его? Вторая часть это. Ага. И там был дом вверх дном. И после этого дом вверх дома... Или как-то можно... Да, 14 уровень, неудобно, но ты справишься. Ну, ой. Ой, что с ним творится? Друзья, я проходила дом вверх дома, потом это... Уровень, который ты не сможешь пройти там. Да? Сложно? Да, сложно очень-очень. Я вместо этого скачала другой уровень. Понятно. Блин, он прям оттормаживается. Короче, бежит-бежит. Потом это... Потом раз и останавливается. Да ё-моё. Но... Опс, всё, фу, наконец-то. Да. Отпускного. 15 уровень, копий, так, не надо. Копий много, да вот оригинал один. Давайте какой-нибудь выберем, я думаю... Вот это. Нет, давай вот это попробуем. Нет. Я знаю какой, вот этот. Туда, наверное, дальше, я думаю, потому что в начале, скорее всего, их нет. Да ё-моё. Может, это? Нет. Ты же его уже брал, пап. Так, скорее всего, я думаю, вот тот ключик, не знаю, повезет, не повезет. Да, точно, самый сложный. Что нам стоит мост построить? Так, мост построить. Я знаю. Что надо сделать? Давай что-нибудь. А, может... О, точно, смотрите. Точно, вот это да. Палочку мы подвинули. Там какая-то лестница была. Да. 17 уровень, нужен бинокль. О, да. Смотрите как. Здесь нужна лупа или бинокль. Да, здесь прям глаза сломаешь. Ну, быстренько прошли его. Ну да. 18 уровень, ключ дистанционного управления. Что за ключ? А, может, можно это... О, смотрите, просто на него нажали, да, и дверь открылась. Прикольно. 19 уровень, тут надо пошевелиться. Смотрите, надо пошевелиться. А как надо пошевелиться-то? А ты вот шевелись, смотри. Вот ты идешь, ты ничего не нажимаешь. Просто надо, папа. Ты просто сам идешь, папа. А как надо пошевелиться-то? Ой, смотри. Чё-то я не пойму, друзья. Нажми прыг. Нормальненько так надо пошевелиться. Может, тут надо как нажимать долго? Нет. Может, удерживать надо? Может, вот так? Ну-ка, давай удержим. Давай. Так, жмем наперед. Да, смотрите, видите, он отодвинулся чуток. Много раз, но нет, так, а если не прыжок? Папа, быстрее держи вот эту кнопку. Сейчас, погоди, погоди. Нет, ты держал, он двигался туда, там, где ты держал. Да? Да. А, может вот так? Подожди. Смотри, я пальцем нажимаю. Ты, оказывается, на него надо нажимать. А как прыгать-то нам? Не знаю, может на него одновременно? Слушай, слушай, я даже не знаю. Слушай, может одновременно? О, смотри, я по экрану вожу. Ты чё? И он что-то делает. По-моему, ничего не делает. О. Видишь? Попробуй пальцем вверх. Нормальненько. Так. Надо пошевелить. Друзья, как прыжок-то сделать? Может, вы знаете? Ну-ка, комменты напишите нам. А то мы тут не можем пройти. Что-то вообще капец.
Друзья, напишите, как вы его проходили и как вы понимали, как его проходить. Я что-то не могу понять. Ну-ка, может, мы удержать? А, вот, смотри. Если я нажимаю на ключ... Смотри, как он быстро бежит. Да. А если ты просто вот удержишь, он быстро бежит. Смотри, смотрите, классно было. Вот классно. Видите, смотри, ты нажимаешь, там красно вот. Где? Вот так ты нажимаешь на него. И тут смотри, видишь, красно. Уходит. Не, я что-то не вижу. Ты просто на яркое. И похоже на серый. Интересно. А я вообще это розовый был? Да, ну как нам сыграть-то в него? Так, у нас... Тут надо... Ой. Блин. Тут надо пошевелиться. Тут надо что? Как пошевелиться? А как нам пошевелиться? Вот, ты на него нажал, смотри, и он стоит. Так, а может где... О! Что это я сделал? Может две кнопки нажать? А-а-а, друзья! Короче, это... Надо телефон, наверное, накланивать. Все, смотрите. Телефон надо наклонить. В разных сторонах. О, все понятно. Ну, понятненько. Ой. Может отсюда вот так? Сейчас вот так. Опс. Все, друзья, мы поняли. Блин, это очень сложно. Папа понял, 52-й. Так, переворачиваем резко. Хоп. Оп. Здесь надо очень резко побежать, да? Да. Прям резко! Хоп! Ну так, вот здесь ты? Надо осторожно прям. О, это вообще очень... Блин, это очень сложно. Да ё-моё. Капец! Сейчас 30 человечков будет перевернуто. Так. О, молодец. Блин! Ёлки-палки. Блин, это вообще это очень сложный уровень, друзья. Кому дать что-нибудь там? Конфетку? О! Пап, куда ты так побежал? Офигеть, а ключ-то вон он где. Хранить. Ну и вон он ключ. Капец. Блин, это... Ой, куда, где ключ-то? Это очень сложно. Опс. Ну, елки, пап. Осторожненько идем. И прям резко. Блин, ну я как даже не знаю прям. Не, я, ой.